Короткие истории или несколько улыбок по разным поводам. Этой песенке несколько строчек, ведь сегодня девиз наш короче. И к тому же давно уже в сборе персонажи, персонажи. Персонажи коротких историй. Но короткая песенка эта для ансамбля, короче, квартета. Нам нужна, чтобы она между прочим познакомила нас, познакомила нас, познакомила нас покороче. Откладывать знакомство мы не станем. Я Татьяна. Короче. Ну, Таня. Зачем нам песня большего размера? Это Надя. Вот Люба. Я Вера. В свою очередь, мы познакомим вас со многими персонажами забавных историй, над которыми смеются в странах народная демократия. Ради этого мы, в сущности, и появились на экране. Впрочем, не только ради этого. У нас есть еще одна обязанность – переводить. Но переводить лаконично, коротко и по мере возможности ясно. Вот, например, надо перевести радостное настроение от неожиданной приятной встречи. Для этого иному потребуется исписать целую кипу бумаги. А нам не нужно и листка. Вот так мы попробуем переводить. Наш пролог подошел к концу. И мы заканчиваем его короткой песенкой. В этой песенке несколько строчек, ведь сегодня девиз наш короче. И кого же давно уже в море. Персонажи коротких историй. История первая. Это история о любви. О любви к жизни. О доброй, радостной улыбке. Вот такой. А ведь мне особенно-то нечему радоваться. И сердце у меня пошаливает, и волосы, как вы видите, побелели. Да и в работе не все идет так, как надо. А я улыбаюсь. Некоторые считают, что улыбка – это удел детей. А люди в возрасте должны кряхтеть, жаловаться, показывать свои редкие волосы, подсчитывать число песчинок в печени и говорить о смерти. У меня был друг, художник. Он носился всюду, словно 16-летний. Хотя по паспорту значило, что ему свыше 60. На дружеских вечеринках танцевал больше всех. И смеялся таким ясным смехом. Он умер, и никто не мог поверить, что это так. Ему вообще не верили. В молодости он голодал, исколесил всю страну, переменил множество профессий, и никто не верил, что ему приходилось туго. Ведь он всегда улыбался. Стоит мне закрыть глаза, и он предстает передо мной. Веселый, жизнерадостный, вечно живой, в своих потертых бархатных брюках и с неизменной улыбкой на лице. Вот-вот он обнимет вас и скажет: да бросьте вы хмуриться. Посмотрите, какое синее небо. Посмотрите на детей, на девушек. Какая красота вокруг. Я всегда вспоминаю о нем. И поэтому всегда улыбаюсь. Несмотря на свои седые волосы, на перебои в сердце, на то, что в работе не все идет. Ладно. Разве это плохо, если в ушах людей вечно звучит твой смех? История вторая. Это песня. Исполняется она на венгерском языке. Четыре молодых мамы сидят на бульваре. Впрочем, и... попробуем перевести эту историю так. Hát megjött a gyerek, és én fogadni merek, ma nincs nálunk büszkébb ifjú pár. Oly édes, ha gügyök, és folytonosan nyüzsök, cseppnyi lába úgy rúg a fár. Hogy szép lett a baba, és sejmes dús a haja, az persze csak nekem köszönhető.
formás a piciny feje, nincs vitának helye, csak rám hasonlít ő. Érdekes, borzasztó érdekes, egy édes kéthetes, kék szemű kis kólyás. Rettentő érdekes, jó torkú énekes, nincs még egy méteres, mégis ő az óriás. Én mondom feltűnő, mit bír el két szülő, sírásom nem szülő, mert van tüdőid jócskán. Ő már a boldogságot készen kapja, s hát ha szebb lesz, mint az apja, édes tündérbabám. Borzasztó érdekes, egy édes kéthetes, kék szemű kis fólyás. Rettentő érdekes, jó torkú énekes, nincs még egy méteres, mégis ő az óriás. Én mondom feltűnő, mit bír el két szülő, sírásom nem szülő, mert van tüdőid jócskán. Ő már a boldogságot készen kapja, s hát ha szebb lesz, mint az apja, édes tündérbabám. История третья. Внимание! Экстренное совещание! Явка всех обязательно! Товарищ Фабула, а вы что привязались к этой трубе? Идите на совещание! Там будем решать вопрос, как быть с этой аварией! Скорее! Дорогие товарищи, лопнула труба. Водопроводная. Водопроводная труба, товарищи. И цеху грозит колоссальная опасность. Но я со своей стороны уже дал команду. Бухгалтерия срочно подсчитывает убытки, товарищ. Так что нужно что-то предпринять. Пожалуйста. Товарищи, я предлагаю заткнуть дыру в трубе промасленной тряпкой и держать так, пока не прибудет слесарь. Так ведь это же кустарщина, товарищ. Это же не подлинное решение вопроса. Разрешите мне. Лопнувшая труба, товарищи, это ведь ведение отдела охраны имущества. Да пусть каждый занимается тем, чем ему положено заниматься по должности. Кстати, я об этом говорил на занятиях по техминимуму. Чтобы долго не останавливаться на этом вопросе, предлагаю, товарищи, сегодня же, немедленно после обеда, внести членские взносы, кто еще не уплатил. Только прошу вас, не приходите все сразу, как в прошлый раз, а по одному. Я кончил. Товарищ Фабула и товарищ Балайте высказали целый ряд правильных положений, которые можно положить в основу, но в их речах, конечно, были и спорные моменты. Так давайте поспорим. Товарищ Пасмита, прошу. Товарищи, я думаю, хотя это и не относится непосредственно к лопнувшей трубе, мы не должны забывать о деревне, о провинции, об отдельных хуторах, куда вслед за телефоном пришла акушерка из недавно пробитой артезианской колодцев хлынула холодная вода. Телефон каждый должен иметь большую свою телефонную книжку, а трава на любом клочке земли не должна оставаться нескошенной. И мы не должны забывать также о качестве картин, которые мы показываем как на деревне, так и на селе. Это важно. Не кажется ли вам, что у нас идет какой-то бесполезный разговор? Нехорошо, товарищ Фабула. Ты уже говорил, дай другим высказаться, не надо. Пожалуйста. Товарищ, как вы знаете, я бригадир заводской частушной бригады.
Наша бригада состоит из 3 человек и 1 сторожа, караулит инструменты, костюмы, а также ноты. Ребята все молодые, здоровые, с поэтическим талантом. Да, то же самое могу сказать и про себя, правда, не хвалясь. Мы живо откликаемся на все сегодняшние моменты нашей жизни. Недавно была объявлена борьба за тишину. И мы с утра до ночи до нее боролись. Тишина всего дороже, и нужна тебе и мне. Нет, не зря Владимир Трошин песню пел о тишине. Тишина. Но когда нужно было бороться с пьянством, мы хором пели про алкоголиков. Мы не курим и не пьем, и частушкой пьяниц бьем, как споем про них куплет. Все в порядке, пьяных нет. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но я должен поставить всех присутствующих в известность, что нас уже, к сожалению, по колено залило водой. Есть предложение перейти в другой цех, где мы спокойно, не торопясь, продолжим наше экстренное совещание. Поплыли, товарищи. История 4. Еще один вольный перевод. И опять с венгерского. No punto i rughi ten le cucugu y el mundo ni nemmerni. Kipi kupi titku megírom, hogy szeretlek réges rég. De hogyha meglátják, én letagadom, hogy feljegyzésem neked szól. Mert a titkom hivatal, őrzi ezt a szívem jó. Ám ha együtt sétálhatnánk egy szép május éjszakát, minden titkom szívem hangján kikopikop elmondaná. De addig írógépen lekopogom, hogy gondolatom felét száll. Eltitkolni azt, szeretlek, nem sokáig tudom már. Titkom szívem hangján kikopikop elmondanám. De addig írógépen lekopogom, hogy gondolatom felét száll. Eltitkolni azt, hogy szeretlek, nem sokáig tudom már. De addig írógépen gépelem, hogy kipikopikipkop, valaki ma nagyon vár. История 5. Эмерих и Отилия отправились в кино. Фильмом показывали киножурнал о пожаре. Да,
Ты не помнишь, куда я положил сигарету, когда мы уходили? Не помню, сиди. Ты вспомни, вспомни, пожалуйста. А что, если я ее оставил на письменном столе? Черт побери! А если б я ее положил, если ты сейчас же не перестанешь... Если сигарета лежит на столе, а рядом другие сигареты, сигареты, сигареточки, сигары, и все они, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Атилия, я ухожу. Сиди. Но если и с этой минуты Эмерих, конечно, только думал о пожаре и сигаретах. Пойдем, пойдем, я тебя умоляю. Ну где же ты? Пожарные у нас! Скорей, скорей! Пустите! Слышь, это у нас! Ой! Уходя в кино, Атилия забыла выключить кран в ванной комнате. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, не приходил к вам мужчина средних лет? Средних лет? Невысокий, и с чемоданчиком в руках. Сегодня, мне кажется, не он? Он! Вот и началась наша следующая история. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вы кто такой будете? Я мастер. Дипломированный, надеюсь, мастер? Первой степени. Скажите, пожалуйста, может быть, случайно диплом при вас? Именно случайно. Все понятно. Интересно, чья же такая неразборчивая подпись? Да уж и не помню. Этой подписи 47 лет. Ну, конечно, за 47 лет чернила успели выцвести. Но все-таки интересно бы знать, кто это подписывал. Так, значит, вы шьете только 47 лет. А чем же вы занимались до этого? Был ребенком. Вы не обижайтесь. Я прошу, не обижайтесь, что я расспрашиваю. Но ведь у меня материал. Я им очень дорожу. Для брюк. Брючный материал. Я купил его вчера, и мне не хотелось, чтобы его испортили. Скажите, вы уверены, что сумеете шить брюки? Мне кажется... Извините. Мне нужны необычные брюки. Мне нужны такие, чтоб я их носил. Чтоб я мог надеть, когда иду в город или на службу. Или даже тогда, когда я сижу дома. Вам действительно уже приходилось шить брюки? Я занимаюсь этим 47 лет. А вы обратили внимание, что у меня особая фигура? Я прошу вас, вы посмотрите. Вы видите? Вы обратили внимание? У меня сначала желудок, а потом
живот, а потом уже ноги. Я прошу вас, вы посмотрите. Обратили, у меня их две. И мне бы хотелось, чтобы брюки закрывали их целиком, до конца, до туфель. Кстати, вы будете шить нитками или... Нитками. Какими? Крепкими. Они испытаны на сопротивление? Нитка выдерживает 10 килограммов. А 20? А при 20 рвется. Ай-яй-яй-яй. Ну ничего, в конце концов я буду осторожен. А материал вы будете кроить сами? Сам. Сначала нарисуете мелом. Ну, конечно. Пятна останутся. Почищу щеткой и все. Какой щеткой? Не Ивановой. Она протирает ткань. Да раз такой протрешь. Как будто нежная. Значит, сначала вы нарисуете мелом, а потом будете кроить ножницами. Так? Так. Ножницы порежут ткань. Порежут. Порежут где надо. Прошу вас, вытяните на минуточку руки. Я хочу посмотреть, не дрожат ли они у вас. Я сейчас покажу вам материал. Только я хочу спросить еще кое-что. Каким метром вы снимаете мерку? А он сверен с платиновым эталоном? Ну, их даже путают. Простите, и еще. Вы работаете только днем? Да. Ночью я обычно сплю. А где же вы храните материал? Вот здесь, в ателье. Покажите замок. Сколько у него ключей? Два. А у кого второй? У меня. А не могли бы вы мне его дать? Так ведь тут же есть еще и другие ткани. А нельзя ли организовать так, чтобы мы, клиенты, каждый вечер по очереди... Это совершенно не нужно. Ну, хорошо. Хорошо, я дам вам материал. Скажите, а у вас вот Ильи нет ли... У нас есть кошка. Кошка? А куда же вы деваете кошку вечером? Оставляем в ателье. А что же делает здесь кошка одна целую ночь? Не знаю. Ну, как же можно оставлять ее так, на произвол судьбы, со всеми тканями? Кошка – существо, не несущее ответственности. Что вы можете ей сделать? Так сказать, брысь. Нет, нет, я пока еще не оставлю вам материал. Я должен подумать. Зайду в другой раз. До свидания. Брысь! История седьмая. Нам, нам, друзья, известно это, но мы напомним тем не менее. Весна и осень, зима и лето поэтам дарит вдохновение. Нас тут выносим, но в том же он ключе лирическом. Зима и лето, весна и осень. В изображении графическом. Весна. Идет красавица весна. Весенние побеги. Я ему устрою свидание. Ногу с модой. Ты
меня ждешь? Лето. Жарко. Юный садовод. Новейший способ для ровного загара. Персональная опека. Уважают чемпиона. А вы уверены, что мы правильно играем в это самое? Осень. Осень так старит тебя, милый. Осенние следы. Чистюля. Бросил курить. Во дворе злая собака. После генеральной уборки. А руки ты вымыл? Зима. Ёлка у фармацевтов. Прошу вашей руки. Осторожно, внизу еще не выпал снег. Образцовый кавалер. Ку-ку. В любое время года. Он вечно что-нибудь забывает. А у вас заочного отделения нет? Начинаем разучивать вальс «Дунайские волны». Сколько прошло времени? Как раз столько, сколько нам было отпущено на эти рисунки. История восьмая. Субботний вечер. Уютная квартира Ковальских. Пан Ковальский, супруг пани Ковальской. Пани Ковальская, супруга пана Ковальского. Они только что поужинали, и им осталось решить небольшой вопрос. Что мы будем сегодня делать? Я бы охотно посидел дома. А что мы будем делать? Послушаем радио. Будем решать кроссворды. Устроим семейный вечер. Как мило, я очень люблю семейные вечера. Козы!
Таким образом, вы можете иметь 24 кролика и 8 коз. На следующем этапе вы достигнете уже 88 кроликов и 24 коз. А потом у вас будет 134 кролика и 53 коз. Ну что за чепуха? Это совсем не чепуха, это беседа из цикла «Полезные советы домашним хозяйкам». Дай-ка послушать. Подожди, какое ты знаешь жидкое съедобное масло? Касторка. Арка не вылезает. Нужно 5 букв. Сливочное малосоленое. Малосоленое. Это же не жидко. Его можно растопить. Не говори глупости. Козы. 568 кроликов и 124 козы. Однако вскоре вы сможете получить 833 кролика и 182 козы. Что-то прицепилось к этим кроликам. Ты что, хочешь развести 833 кролика в нашей однокомнатной квартире? Какая тебе разница, хочу я или не хочу? Ты сказал, что я глупая, от глупых зачем ждать разумных поступков? Часть тела оканчиваешь сна, часть тела... Пальца. Пальца? Нет такого слова пальца, есть палец. Почему? Говорят же, нет пальца, а не нет палец. Но имя существительное палец, а не пальца. Одну минуточку. Ты просил, чтобы кончалось на... Значит, не палец, а пальца. А других частей тела, оканчивающихся на, ты не знаешь? А голова? Это не часть тела, а рука, нога. А палец уже, по-твоему, не часть тела? Да ну, ведь не кончается на. Я не знаю, по-моему, все-таки говорят пальца. А вот если ты будешь сердиться, я не стану тебе помогать. Пожалуйста, решай сам. Козы. Представьте себе, как это приятно иметь 1235 кроликов и 272 козы. Но мы на этом не остановимся. Холера. Не ругайся. Нет, холера здесь не подходит. Нужна болезнь из трех букв. Из трех букв. А, воспаление мозга. Это на три буквы. Сейчас посчитаю. Воспаление. Послушай, 15, совершенно точно. А зачем же ты говоришь? Ты просил болезнь. Так ведь на три буквы. На три буквы болезни я не знаю. Рак! Но если ты все знаешь лучше меня, зачем ты спрашиваешь? А я постараюсь выучиться, может быть, буду такой же умной, как ты. Козы! Сколько очарования приобретет ваше маленькое хозяйство, заселенное 2845 кроликами и 454 козами, выключи которым вы дали жизнь. Пожалуйста. Река в Турции задом наперед. Мечеть. Мечеть-то храм. Храм это церковь. В Турции? Я говорю мечеть. А я спрашиваю реку. Миссисипи. Миссисипи, что ты плетешь? Возможно, я и плету, но плести тоже надо уметь. Послушай, если ты мне будешь мешать, я же никогда ничему не выучусь. Козы, но за свои труды вы будете щедро вознаграждены, когда однажды утром вы проснетесь в обществе 4648 кроликов и 1222 коз. Растение семейства посленовых из 1222 коз. Что я болтаю? Нет! Ой, идиотом можно стать из-за твоих коз и кроликов. Дай послушать. Козы, разве жизнь не станет вам казаться, когда к вашим ногам прижмутся 7605? И 3482 козы. Но вы на этом не останавливаетесь, потому что... Я не хочу, чтобы к моим ногам прижимали 7605 кроликов и коз. Еще одна коза, и я разобью приемник. Еще один член династии Фуфу из 16 букв СКА посередине. Я разорву твой журнал пополам. 9 часов. Семейный вечер продолжается. Не будем им мешать. Очень короткие истории.
Да. Слушай, дорогая. Да? А зачем ты вытирала пыль с моего стола, а? А что, разве плохо? Ну, конечно, у меня же здесь были записаны телефоны. Алло! Говорит Фог. Фог Дикфусо. Фог. Да, не Бог, а Фог. Фог. А, говорю по буквам. Футбол. Офсайд. Гол. Еще гол. Фог. А вы что, болельщик? Да. А вы как догадались? Ганна, что ж? Зося! Зося, здравствуй! Здравствуй! А как твоя химия, дорогой коллега? Что химия? Мой сын сегодня сказал первое слово. Пара аминоарсенобензогидрохлорид. Я слушаю вас. Я вас очень прошу, пошлите, пожалуйста, ко мне домой телеграмму. Одну минуточку. Нет, это невозможно. Пусть моя дочка хоть на минуту оставит телефон. Мне нужно поговорить с моей женой. Итак, вы хотите поступить к нам на работу? Да. Сколько вам лет? 26. Образование? Среднее. Имя? Адам. Фамилия? Мицкевич. О, Адам Мицкевич. Фамилия довольно известная. Еще бы, вот уже 5 лет я играю центра в лучшей футбольной команде. Несколько ночей совершенно не могу заснуть. Жена простудилась и все время кашляет. Надо немедленно пригласить врача. Зачем? Я завтра еду в отпуск. А. Скажите, сколько стоит этот платочек? Вы знаете, один поцелуй. В таком случае заверните мне 5 штук. О. Бабушка делает мне подарок. Скажите, почему вы так пристально всматриваетесь в эту абстракционистскую картину? Понимаете, мне много раз приходилось чувствовать головную боль. А вот вижу-то я ее впервые. Но вы не помните, когда отходит мой поезд? Через 16 часов 17 минут 36 секунд, дорогая теща. А, вы у меня бреетесь.
не первый раз. Вы ошибаетесь. Эти рубцы – это результат автомобильной катастрофы. А? Здравствуйте, дорогая. Как вы поживаете? Как ваш сыночек? Не спрашивайте, дорогая. Мой сын за последнюю неделю похудел на 4 кило. Что с ним? А что ж вы думаете? Аттестат зрелости – это детские игрушки. А, волновался. Ну, конечно, когда приблизился великий день, мой сынишка совсем склиз. За 2 дня до экзамена он уже не спал. Бедный мальчик. А в день экзамена он надел свой выходной костюм в 4 часа утра. И до 10 ходил из угла в угол. Совершенно изнервничавшись, в ужасном состоянии, он отправился в школу. Ну, а экзамены прошли успешно? Слава богу. Все его ученики сдали. Вот и все. Но прежде чем расстаться, мы познакомим вас с теми, кто рассказал сегодня эти короткие истории. Народный артист Советского Союза Ростислав Плят. Народный артист Республики Владимир Легко. Народный артист Республики Георгий Менглер. Заслуженный артист Республики Георгий Тусузов. Артист Клеон Протасов. Артист Юрий Соковнин. Народный артист Советского Союза Борис Черков. Заслуженный артист республики Евгений Леонов. Народная артистка республики Вера Орлова. Заслуженный артист республики Владимир Раутбард. Артистки балета Большого театра Людмила Васильева и Ирина Сидлярова. Артистки балета театра Станиславского и Немировича Данченко Людмила Графова и Лилия Трунина. Авторы. Режиссер-постановщик, оператор, оператор комбинированных съемок, художники. Песни. Дирижер, звукооператор, балетмейстер, стихи, ассистенты по монтажу, художник-гример, переводы. Редактор. Вот теперь все.